мы не можем общаться. Скажи, как-то так? Так бесконечно долго ночь длится. Я все понимаю, Лайджа. Нас не ждет ничего хорошего. Совсем от этой боли не могу скрыться. Я распахну настежь окна, чтобы ветер ворвался. Просто забавно, что нужна мистическая угроза, чтобы ты смог быть в одной комнате со мной. Души я был занят. Знаешь, в прошлом году у костра мне казалось, что все будет хорошо. Хелли! Хелли! Хелли, хватит! Я видела, как ты смотрел на меня раньше. И вижу, как ты смотришь сейчас. Я такого не допущу. Что это значит? Мы просто друзья? Все еще. Это все ревность внутри. Ожоги третьей степени. Ты просто поверь. Я люблю тебя, Элайджа. Пойми. Я всегда любила тебя. И не со зла я от любви. Что случилось? Прости.